Глава города Анатолий Пахомов отметил, что в фан-зоне, построенной к чемпионату мира по футболу, были отведены места для болельщиков с инвалидностью. Также к проведению мундиаля в Сочи дополнительно было приведено к требованию доступности 56 объектов. На это выделили 900 тысяч рублей из городского бюджета. Отремонтирована тактильная плитка, пешеходные зоны, понижающие бордюры. Нам надо, в общем-то, дальше продолжать эту работу, потому что она очень просто необходима для жизни людей, да? Много сделано, но, скажем, есть вещи, которые просто такие точечные, их надо доделывать. На совете рассказали о том, что теперь весь муниципальный транспорт Сочи станет доступен для инвалидов, в том числе и новые автобусы, которые появятся в городе в следующем году. 400 транспортных средств будут полностью адаптированы для маломобильных групп населения. Анатолий Пахомов напомнил и о том, что на объектах капитального строительства необходимо учитывать требования безбарьерной среды, а при вводе здания в эксплуатацию активно привлекать общественные организации инвалидов и технических экспертов добровольной системы сертификации.